Однажды слон поймал мышь, которая ему постоянно досаждала, и решил с ней расправиться. Мышь взмолилась: «Слоник, миленький, ну отпусти меня, я за это сделаю тебе так, чтоб тебе кайфово было». «Ладно, а как?» Мышь, недолго думая, залезла ему в хобот, пробежалась по кишкам и вылезла через жопу. «Ну что, кайф?» «Кайф, а давай еще». Ну, мышь еще раз пробежалась от хобота до жопы и спрашивает: «Кайф?» То говорит: «Да, мышара, кайф. А давай последний раз, и я тебя отпущу». Мышь заползает в хобот, а слон сует этот хобот себе в жопу и говорит: «А теперь вечный кайф». Винни-Пух, как порядочный медведь, каждую зиму впадал в спячку. А Пятачок, как порядочная свинья, всегда этим пользовался. У 14-летней девочки задержка 2 недели. Она, наконец, решается рассказать об этом маме. Мама в шоке, отец в бешенстве. «Приведи мне этого негодяя! Приведи мне его сюда!» Девочка снимает трубку, набирает номер. Через полчаса около подъезда останавливается красная Феррари. Оттуда выходит мужчина 30 лет, поднимается к ним и садится в кресло. Отец говорит: «И что ты нам хочешь сказать?» Тот отвечает: «Вот что я решил. Если родится мальчик, то я отдам ему 3 завода и 2 магазина. Если девочка, то 2 завода и 3 магазина. Если двойня, то по заводу и магазину каждому. А если будет выкидыш...» Тут отец кладет руку ему на плечо и говорит: «Если будет выкидыш, то ты трахнешь ее снова». В бар входит очень грустный мужик и заказывает выпить. Бармен наливает ему водки и спрашивает: «У вас что-то случилось, да? Почему вы такой унылый?» «Да понимаешь, я сегодня узнал, что моя дочь, шлюха, спит со всеми мужиками подряд. Мой младший сын – педераст, трахается с мужиками. Средний – тоже педик. Старший сын предпочитает мужиков». «Ну, я полагаю, хоть кто-то в вашей семье спит с женщинами?» «Да, это моя жена». Математик идет вдоль забора и видит слово из 3 букв написано. Останавливается и думает: «Икс, игрек и краткое». Ничего не понимаю, хуйня какая-то. Едет мужик и баба в лифте, лифт застрял. Вдруг баба мужику говорит: «Насиловать собираетесь?» Мужик говорит: «Нет, что вы». Баба достает пистолет и говорит: «А придется». Просыпается алкаш утром, заходит в кухню, снимает покрывало с клетки с попугаем, пьет воду, накрывает клетку с попугаем и уходит спать. Попугай вздыхая: «Офигительно длинный день!» «Вова, почему ты опоздал в школу?» — говорит Марья Ивановна. «Ой, я водил корову к быку». «А что, папа не мог?» «Папа, конечно, мог, — говорит Вовочка, — но бык все-таки лучше». Мама пишет письмо сыну в тюрьму. «Сынок, как тебя посадили, я уж и не знаю, что мне делать. По хозяйству не справляюсь, огород не вскопан, картошка не посажена». Сын пишет ответ маме: «Мама, в огороде не копай, а то такого там накопаешь, и тебя посадят, и мне срок добавят». Через месяц сыну снова приходит письмо от мамы: «Сынок, как пришло твое письмо, приехала милиция, перекопала весь огород, ничего не нашла, уехала злая такая, материлась». Сын снова пишет ответ маме: «Мама, чем мог, тем помог. Картошку сажай сама». Граница Латвии с Россией. Таможник проверяет паспорт у латыша. «Уважаемый, да у вас паспорт без даты». «Та-та, пистатый паспорт». Умирает старый армянин и говорит сидящему возле него внуку: «Умер Маркс и умер марксизм. Умер Ленин и умер ленинизм. Умер Сталин и умер сталинизм». Внук говорит: «Дедушка Анани, не умирай, пожалуйста». Сидят 3 старушки на скамейке и обсуждают, у кого как муж умер. Первый говорит: «Мой муж пил-пил и спился». Вторая: «А мой муж курил-курил и скурился». А третий говорит: «А мой? А у меня? Ну, в общем, он скончался». Урок русского языка. Учительница просит написать сочинение про зиму. Прошло 20 минут. Учительница просит Вовочку прочитать свое сочинение вслух. Вовочка встает и читает: «Зима. На льду волки трахаются». Учительница говорит: «Вовочка, как неудобно». Он говорит: «Естественно, неудобно. Лапы-то разъезжаются».
Махнула царевна лягушка левым рукавом, и появилось озеро. Махнула правым рукавом, и появились на нем лебеди. А потом, блядь, махнула еще 100 грамм, и пошла такая махаловка. Да, вот раньше времена были. Пирожок с повидлом стоил 5 копеек, презерватив 3 копейки. Это же как на 8 копеек погулять-то можно было. Кто такая девушка-бумеранг? Вечно кривая и всегда возвращается. Девушка, девушка, а как вас зовут? Роза. Роза, а где вы работаете? В банке. О, как это романтично. Роза в банке. Беседуют отец и дед. Я тут, это, обещался сынишке шлем лесопедный купить. Ой, ёптать, а ян-то еще шо за напасть? Эх, деревня, ян-то не напасть, а на голову. Сидят в собесе Чебурашка и Змей Горыныч, заходит Масяня и с порога спрашивает. Эй, уроды, вы что ли последние за льготами для чернобыльцев? Вовочка подходит к папе и говорит. Папа, водка подорожала. Это значит, теперь ты будешь меньше пить? Папа говорит, нет, сынок, это значит, что ты теперь будешь меньше есть. Ночь, кладбище. Из могил вылезает скелет и стучится по соседнему надгробию. Эй, Гоги, выходи, давай по ночной Москве погуляем, шашлык покушаем. Из соседней могилы вылезает скелет Гоги, и они вместе идут по кладбищу к выходу. Вдруг Гоги стучит себя по черепу и берет с собой могильную плиту. «Эй, Гоги, зачем тебе могильная плита, а? Эй, а как это по Москве да без документов?» Жена-еврейка кричит мужу. «Йося, одно из трех, или ты закроешь форточку, или получишь 2 раза по морде». В камеры зэки делятся, кого за что посадили. Один мужик говорит, «А меня за оказание первой медицинской помощи. У тещи кровь из носа пошла, а я ей жгут на горло завязал». Петьку, Анку и Василия Ивановича послали в Америку учиться снимать рекламные ролики. По возвращении на телевидении создали комиссию проверить, чему же они там научились. Гаснет свет в зале, на экране Анка идет на речку полоскать белье. Нагибается, полощет, сзади подбегает Петька, задирает Анке подол, Анка орет «Помогите! Насилуют!» Голос Василия Ивановича за кадром. «И будут насиловать до тех пор, пока вы не купите стиральную машину». Утро. Просыпается англичанин, перелезает через жену, идет на кухню, открывает холодильник, достает яйцо, варит, съедает и идет в офис. Просыпается француз, перелезает через то место, где должна быть жена, идет на кухню, открывает холодильник, вынимает сырое яйцо и идет на службу. Просыпается русский, слезает с жены, идет к тому месту, где должен стоять холодильник, чешет свое яйцо и идет на работу. В одно прекрасное утро просыпается пилот после большой пьянки, продирает глаза и ревет. «Штурман! Штурман! Координаты дай!» Рядом продирает глаза штурман. Голова болит, ничего не помнит. Посмотрел по сторонам, голые стены, серый потолок, холодно. «По-моему, вытрезвитель!» «Да нафиг такая точность! Ты скажи, город какой!» Издавна на Руси детей воспитывали методом кнута и оглобли. Но не было у них пряников, не было. Идут американец, канадец и русский по пустыне. Видят, на песке лежит лампа, потерли, потерли, раз, джин вылетел. И говорит, «Исполню я вам по 2 желания!» Американец, $1 миллион и в родную Америку. Исчез. Канадец. $1 миллиард и в родную Канаду. Исчез. Русский. Эх, а как все хорошо начиналось. Давай мне ящик водки и этих двоих обратно. Заходит петух в продуктовый магазин и видит куры гриль в печи. И говорит, ё-моё, в деревне кур не хватает, а они тут на карусели катаются. Врач говорит новому русскому, который сломал руку. «Ну что ж, придется вам, дорогуженька, наложить гипс». Тот говорит, «Что? Нахрен мне твой гипс? Накладывай мрамор, я оплачу». Вопрос. Что общего у туроператора и гинеколога? Ответ. «Мы работаем там,
где другие отдыхают. Перед смертью Сара просит Абрама исполнить ее последнее желание. «Свари мне чашечку кофе и положи туда 2 ложечки сахара». «А почему 2?» «Ну, потому что всегда в гостях 3, а дома 1, а так хотелось 2». Василий Иванович говорит Петьке: «Ты, Петька, не стесняйся, что я твой командир. Я сижу, чай пью, ты заходи, чай пей. Я сижу, водку пью, шашлыками закусываю, и ты тоже заходи, чай пей». Ленин пишет мемуары и обращается к Крупской за советом. «Вот послушай, Надюша». А в ответ тишина. «Наденька! Надя! Надежда! Надежда Константиновна! Крупская! Крупа! Спит, сука!» Женщина приходит к гинекологу и говорит: «Вы знаете, у меня появились вторичные мужские признаки». Врач говорит: «Ну и в чем это конкретно проявляется?» Она говорит: «Ну, понимаете, появились волосы на груди, на животе, на лобке и так далее, до самого хуя». Мужчина обратился в клинику с просьбой укоротить ему член, мол, мешает при ходьбе, по коленкам бьет. Назначили день операции, положили на стол, дали наркоз, и тут хирург вспомнил, что забыли спросить, какую длину сделать. Решил опросить медсестер. «Марья Ивановна, как вы считаете?» Она говорит: «Ну, 25 сантиметров вполне хватит». «Танечка, а ты как думаешь?» Танечка засмущалась, покраснела и говорит: «Ну, 17 сантиметров». Вдруг заходит старая санитарка, увидела, руками всплеснула и говорит: «Ну, зачем такую красоту портить? Лучше ему ноги нарастите». Поехал Петька в Москву в институт поступать. Через некоторое время приезжает, совершенно угрюмый. Василий Иванович его и спрашивает: «Петька, а ты чего такой угрюмый?» Петька говорит: «Да вот, Василий Иванович, все сдал, анализы сдал, математику сдал, а историю не сдал». «Василий Иванович, почему?» «Ну, у меня экзаменатор спросил, кто такой Цезарь, а я ему ответил, что это жеребец командира 5-го батальона. Василий Иванович говорит: «Эх, Петька, это же я виноват. Пока ты в Москву ездил, я его в 7-й батальон перевел». Идет война, и радист передает сообщение: «По вашему приказанию весь город разрушен. Не осталось ничего». Повторяю по буквам: «Наталья, Илья, Харитон, Ульяна, Яков». Повторяю: «Ничего». Спрашивают у батюшки: «Скажите, батюшка, а вот сколько вы можете выпить?» Тот говорит: «Ну, это зависит от обстоятельств». Его спрашивают: «От каких?» «Ну, закусью или бизоной?» «Ну, предположим, закусью». «Так, ну, тогда тоже зависит от обстоятельств». «От каких же?» «Ну, в хорошем настроении, али в плохом?» «Ну, допустим, в хорошем». «Ну, тоже смотря по обстоятельствам». «Но по каким?» «Ну, за свой счет, али на халяву?» «Ну, предположим, на халяву». «Ага, конца не предвижу». Приходит индеец к вождю и говорит: «Вождь, а почему в твоем племени все имена такие обидные, а?» Вождь говорит: «Ну, как это? Почему это обидные?» «Ну, вот, например, мою жену зовут Голубая Лазурь, сына Быстрый Ветер, дочь Яркая Звезда. Вот видишь, ты не прав, грязная жопа. Иди и подумай». Просыпается англичанин, перелезает через жену, идет на кухню, открывает холодильник, варит себе 2 яйца и идет в офис. Просыпается француз, перелезает через то место, где иногда спит жена, идет на кухню, открывает холодильник, жарит себе яичницу из 2 яиц и идет на службу. Просыпается русский, слезает с жены, идет к тому месту, где вчера стоял холодильник, чешет свои яйца и идет на работу. Наташа Ростова у поручика Ржевского. «Как вы думаете, поручик, что может поместиться в половую щель?» «Как что? Хуй?» «Ну нет же, это ведь мышка». «Хм, мышь в пизде? Оригинально». Дочка маме: «Мама, мама, а мне говорят, что я ненормальная». «А кто говорит?» «Мухи». Плакала береза, хохотал крыжовник. Подрались за вишню, клубника и шиповник. Матерился тополь, пела песни слива. Вот такая штука — димедрол и пиво.